Дисклеймер. В этом видео есть громкие звуки, маты, а также, возможно, вспышки. Так что, если что, вы предупреждены. А еще у нас нехватка голосов, поэтому если вдруг вы хорошо озвучиваете, то добро пожаловать в ссылку на Telegram в описании. Все, не отвлекаю. Я тебя бубнул. Ты умная крыса? Ах ты ужасный подлец! Что мы должны делать ночью? Мы должны... мстить. А за что мстим? За смерть! А за чью смерть? Пиццы! Вперед! Поймай его! Ладно, я смогу. Нужно просто дожить до 6 утра. Он закрывает двери. Черт побери. И как нам теперь устроить для него вечеринку-сюрприз? Это прекрасно. Прикольный мультяшный стиль. Это аниме! Заглохни, умник! А можно я еще посплю, если буду называть тебя мамой? Ой, босс, заткнись! По идее, здесь должно было прозвучать... Эй, босс, почему я не могу взять подушку, как раньше? Но по какой-то причине мы это не списали. Простите. Потому что ты не ребенок. Хватит спрашивать. Умный парень, не понимающий, как он проигрывает мне. Я, который подъедал его фигурки, пока он не видит. Привет, я Мэлла Димонстоун. Добро пожаловать в клуб гиков. Это все похоже на удивительную школу. Особенно с этим прудом с Кои, где можно поймать много удивительной рыбы. Я рекомендую прочитать «Красавица и тыква». Там главный герой — это женственная Apple. Все девушки говорят об этом странном слухе за $305, где был эксперимент с рыбьей икрой. Так долго, я не слышу ни одного звука. Может быть, он упал в обморок? Ну, быстро открывай дверь! Тем временем... Попался... Он что, потерял сознание? Тогда я должен разбудить своего милого своим поцелуем. Пришло время разбудить моего яблочного принца. Энди, ты в порядке? Энди? Ты же континент, Мэйби? Кто посмел целовать моего друга? Что случилось? Что? О? Ох, моя голова. Где я нахожусь? Энди! Спасибо, что ты проснулся. Энди! Хорошо, что тебе не до конца разбили голову. А что? Подождите, что произошло с моей головой? Объясните мне, пожалуйста! Что произошло? Что-то рыбки не видать. Если ты собрался сюрпризировать меня на моей же рождественской вечеринке, то можешь хотя бы одеться подобающе. Так лучше? Мы тоже умеем бегать, Энди. Идеально. Да ладно, Энди, было бы весело, если бы мы поиграли в пятнашки. Нет, я не хочу играть с тобой в пятнашки. Почему ты смеешься? Нет. Ох, Энди. Разве кто-то говорил, что у тебя есть выбор? Пожалуйста, помогите! У вас все хорошо? Что случилось? Я в порядке. Это просто несчастный случай. Эу, соотношение! О чем ты вообще? Черт возьми, ты вроде как отстой в Марио Карт. Как ты вообще попал в мой дом? Если кто не понял, у них джойстики в руках.
боже, как это вообще могло произойти, я сама только сейчас так заметила. Нифига мне вешать носок. Я застрял здесь раньше всех, я буду выглядеть так, как сам того захочу. Я маленький Сквинкл. Я сожру тебя. Маленький плюшевый Энди! Но сейчас-то мы действительно в деле! Энди, какого хрена ты такой высокий? За что мне это наказание? Теперь ты понимаешь, что я чувствовал, демон! Феликс, просто... Прости, я не знаю никаких ключей. Феликс, отдай мои сраные ключи! Энди, спокойно. Что за дегенераты? Амадор, помогите мне. Знаешь, тебе не обязательно иметь валентинки. Клаус, ты охренел? Дарю вам букетик цветочков от двух почек. Это случаем не отравленные цветы? Ну да, конечно. Ведь каждый будет дарить отравленный букет цветов тому, кого любит. Хорош. Давай дальше. Так. Ой, блядь, как мне это все не нравится. Ой, блядь. Так, подожди, я должна кое-что проверить. Так, нет, подождите. Так что нет, ну, сейчас что-нибудь попробую хуйнуть. И тебе тут придется заново, всем ли придется заново озвучить, потому что мне остановилась запись. Там записалось только пару твоих реплик, и все остальное почему-то остановилось, какого-то фига. Послушаю, как это озвучивать. Я так и не понял, но я понял, что... Ох, ты не из робкого десятка. Нет, он говорит. О, мы как раз собирались поесть. Хочешь яблоко? Типа он яблоку предлагает яблоко. Да. Чего не апельсин? Действительно, почему? Не могу я читать по... Ладно, сейчас подожди, на Тайнкуб тогда просто перейди на вот это 1 минуту 28 секунду. Richard, eat you right now. Care for apple? Подожди. Пошел на... Что из растения против зомби говорит?
Пошел ты уже. Сколько раз ты уже покупаешь мне эти граблы! Ай, господи. Что у тебя там в настройках, что-то я не поняла. Один мой голос. Его еще вчера убила над этим Феликсом. Прекраснейшая рыба, только голос мучительный для меня. Еще... Не понимаю, что ты должен сделать. Эй, эй, может типа этого, нет? Да, я типа что-то... этого, но чуть-чуть погрубее, чуть-чуть погрубее. Эй! Я уже каким-то сайкашком себя чувствую. Эй, ты чего делаешь на моей грядке? Нет, ты делаешь хриплый голос, а я имею в виду тон голоса поник по типу. Эй, careful apple. Типа сделать ниже тональность своего голоса. Ты кого такого вот? Ну, полосатик давай, тебе не пофигу на зависть, которую ты добавил раньше. Подожди, подожди. Ох, very just, right, no, careful, an apple. Careful, an apple. Careful, apple. Он не читается. Careful, apple. Careful, apple. Сам ты apple. Apple — это телефон, это apple. Ты бы еще apple сказал. Apple. Стоп. Это в комиксах. А по сюжету Луна и Клаус — это жена и жених? Что? Нет, ты не то. Жена и муж — это Энди и Маргарет, типа. Мелоди вообще, как бы... Клаус, он как бы является другом Энди, получается, считать те души, которые у них селились. А Мелоди, это вообще была, это вообще старшая сестра умершего первого мальчика. Это она вообще маленькая, это чё? Слушай, а можно один вопрос? Какой? А кто перехуй у яблока? Чё с ним? Типа, Энди, на него напала рыбка. Типа, о, чё случилось? О, нет, моя голова, смотри, чё случилось? Короче, сейчас тебе... Энди! Короче, смотри, сейчас, если я тебе сейчас вкратце объясню историю. Его топором перегрели. Да, его огрели. Вот там, я уже понял, его топором перегрели. Случайным образом хотели кикивать это тыкву, а потом... Сколько длинный... Сколько длинный... Слушай, этот комикс нужно вот на целых 5 минут, походу. На 1 минуту хотя бы. Нет, этот комикс, он на 30 секунд. Отлично. О, быстро открывай дверь! Господи, у тебя уже сандроп получается. Не, сандроп это... О, быстро открывай дверь, маленький пи***ц. Это мундроп. Короче, давай снова голосу Клауса. Эй, пишешь, не да? Да тихо ты, ты сейчас голос Клауса потеряешь, мы опять над ним будем страдать. Попробуй изобразить такую эмоцию, когда тебе нужно что-то сказать, но ты понимаешь, что лучше не стоит. Изобрази такую эмоцию. Типа... Нет-нет-нет, там типа вот, типа такой эмоции. Мы с тобой комикс озвучим, мы немножко не понимаем. Тебе просто изобрази вот такую эмоцию, типа, как будто ты пытаешься что-то сказать, то есть. Типа, что-то хочешь сказать, но потом осознаешь, что тебе пизды дадут. Да. Да, ну тут еще дофига всего, так что не расслабляйся. Я не расслабляюсь. Я сейчас обосрусь, расслаблюсь. А почему я не могу его называть яблоком? Или яблоней? Потому что это фамилия. Женская. Я надумаю, что...
в следующий раз, когда мы будем озвучивать комиксы по этому фандому, буду надеяться, что у нас будут нормальные мужские голоса для этих ролей, потому что ну, ваши голоса, они сейчас помрут, похоже. Кефрапу. Конечно, я бы могла озвучить Клауса, но я уже заколебалась. Можно мем, скажи это. Я умираю, блин. Озвучка так запаривает, блин, я... Да ну, запаривай, тебе всего лишь 3 фразы надо было сказать. Я не могу... Запаривает, в смысле, я не могу озвучивать таким голосом. Ну, попробуй. Ну, сейчас тебе вообще почти озвучить не надо, просто звуки издавать мемные, типа. Давай я сделаю коверканную версию. Я рекомендую тебе прочитать «Красавица и там главный герой — это женственный Apple и гейский тыква». Короче, я тебе когда-нибудь найду роль, да, где твой голос будет идеально вот это посмотреться. Но нам сейчас другое нужно. Слушай, надо в глупсере это добавить, вот эту коверканную версию. Так и по-любому добавлю. Мне же надо будет тебе что-то показывать, когда этот голос действительно мне понадобится. И я думаю, что он тебе никогда не понадобится, если ты не хочешь озвучить сумасшедшего человека. А теперь, кстати, ФНАФ. ФНАФ? Тебе надо озвучить долбанного Фокси. Фокси озвучить. Ты сам эти комиксы присылал, так что страдаешь ты сам за себя сейчас. Так, ну тут в одном комиксе тебе не нужно. Я выйду каждого на этой палубе. Пойду каждого водичкой опять. Эй, капочка, уэй! Я, кстати, не переводила эти комиксы. Вот именно, которые тут на английском. Я тебе не дракон, мать. Чтобы меня останавливать этим жестом. Она какой-то жест показала? Помнишь, как Икинг остановил... Хотел погладить Беззубика. А-а-а, она то же самое сейчас хотела сделать. Только она не сгинала руку, а просто представила перед моим лицом. О боже. Таким удивленным взглядом такая, что? Что ты такой? Ты вообще мой сын? Я Хэвэн! Так, Клайв Амар! Подожди, я Хардаун сказал «Юэк». Что такое «Юэк»? «Юэк». «Юэк». Я Хардаус клай ауэй. Хардаус. Я Хардаун сказал «Юэк». Так, подожди, мы должны не... Так, стоп, мы же английскую озвучку еще не озвучиваем. Нет, ну сейчас мы сейчас должны озвучивать. Понять, как это озвучить. Мы, кстати, перевод так и не делали. Давай перевод сделаем. Трюмна крыса. Что это? Тюмна. Мы открыли новый вид. Она называется трюмна крыса. Трюмна крыса. Давай еще раз. Так, секунду, сейчас телефон к носу прилеплю, чтобы точно текст не забыть. Яндис Аполи. Так, welcome to my channel. Так. Welcome to my school house. Давай, балди. Hi. Чё я там не покороче? Hey, welcome to my school house. Я даже не помню, что он там говорит. Не помню. Итак, подожди, сейчас я на скотч телефон к носу прилеплю, а то не вижу нихуя. У тебя нет доктора, не во скотч. У меня нет носа или скотча? Скотча. Понял. Ну сейчас я его найду. Не надо. Что-то он по-испански как-то говорит, ну ладно. Потому что там голос вообще не изменяли, там использовали стандартный голос. Там вообще никак над этим не работали. Hey, I am the apple. Welcome to my... Что там? Может, ты еще раз его голос слышишь? Welcome to my apple farm. Welcome to my apple farm.
Еплефарм. Еплефарм. Эй, I am the apple. Welcome to my apple farm. Сам ты юка вот смотри, хаус. It's in my fucking house. Welcome. Ты, я за канал. Каким каком объясни мне? Нам нужно это озвучить. Просто попытайся сейчас со мной повторить, окей? Hi, I am the apple. А что, повторять надо? Hey, hey, I am the apple. 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 Может, ты на русском будешь, а? А нахуй не на русском. Потому что на русском... Мы где живем? Мы живем в России, и поэтому мы переводим на русский. Я тебе перевела на русский это говно. Почему? Просто можешь на русском что-то сказать, потому что у тебя явно акцент очень гнусавый. Я не смогу просто понять, что я. У тебя английский акцент пипец такой гнусявый. Hey, I am the apple. Давай будем слушать текстом. Добро пожаловать на мою яблочную ферму. Мою яблочную ферму. Мою яблочную ферму. Мою всратую ферму, где убивают людей. Вообще логичнее, если бы он был человеком, то тогда бы у него была ферма людей, если он яблоки выращивает яблоки. Это видео. Это видео для тех, кто говорил, что у меня нихуя не получится. У меня нихуя не получилось. Oh, we're just eating right now. Care for an apple? Oh, we're just eating right now. Can you apple? Он как-то по-моему говорит все равно. Подожди, тихо! Опять гнусавость. Здесь, кстати, гнусавость можно добавить. Надо. Я не могу расслышать его. Я просто вот я слушаю, не могу его расслышать. Здесь ты можешь гнусавость добавить, просто говори. Ща, подождите, она сейчас напишет очень интеллектуально. Подождите. Я сейчас сделаю так, чтобы это видели. Что именно? Ну, они же не видят мой дискорд. Я просто сейчас запись делаю, типа, заметьте наше мучение с тобой. Я мыслю шире, дали меня 2 недели по сравнению с годом... О, ебать, как гениально. Ебать, философ. Там этот, блядь, Аристотель и прочие вот эти вот всякие... В гробу перевернулись. Там, философы в гробу перевернулись. Да кто они такие по сравнению с ними? Просто ничто, блядь. Она шире мыслит, а у неё, блядь. Философ, у неё шире мысли. Киса, помолчи, она к нам зашла. Я знаю. А ты специально, что ли? Я тебя сейчас очень плохо слышу, потому что у тебя что-то с микрофоном. Звонок на другой линии. А, Киса, ты меня хорошо слышишь? Я просто самого никак. Нет, не. Сука, короче. Так, нет, микрофон не работает. Почему уже 2 человека говорят то, что меня плохо слышно, хотя ты меня нормально слышишь? Фокус цыганский. Фокус. Короче, возможно, Хитхантер у тебя там какие-то проблемы тоже, как и у нашего одного озвучки случилось. Если у вас проблемы, у вас проблемы, да. Знаете. Это не моя вина, у меня микрофон нормально. У меня в Дискорде проверил 500 раз, звук у меня идет нормально. Так что если вы вдруг меня не слышите, это что-то у вас, а не у меня. А Тришка, похоже, не на связи. Я тут, что, я как раз подошла? Вот как только-только. Мы с тобой почти в одно и то же время воду набрали. То есть да, почти одновременно. Давай. Пошла что-то говорить, я как раз подошла. Так. Hey, after eat, we still play games. After eat, we still play games. Yay! Ты молодец. Так что нет, сейчас что-нибудь попробую.
Я забыл. Короче, тебе вот в первом комиксе тебе просто надо сказать: я тебя лопнул. Вот. Тебе надо сказать: я тебя лопнул. Голосом следик. Чао! Самый первый комикс. Вот самое начало. Я понял. Я просто не понимаю, что это за слово такое. Get booped. 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 Я тебя бупнул. Теперь мне нужно, чтобы ты изобразил смех. Ладно, простите. Я тебя бупнул. Нет, не надо после бу, просто по смеси вот этим басистым голосом. Просто по смеси басистым голосом. Буп я уже записала. Давай. Типа. Вот, типа. Я тебя бупнул. Нет, тут без бупнул. Ты чипирован. Давай сейчас. Раз, два, три. Всё, но это еще не все. Ты ещё дофига. Вот этот именно комикс я ненавижу. Я тоже уже. Я начинаю все теперь здесь ненавидеть, потому что я задолбалась. Мой голос так, не протянет. Теперь ты понимаешь, что я чувствовал, демон? Я потеряла голос. Отлично, теперь сейчас будет самое интересное. Не надо, пожалуйста. Надо. У нас выбора другого нету. Ну нет, у нас выбора, понимаешь? Вот был бы выбор, было бы все прекрасно, но у нас нет выбора. Ну ладно. Нет у нас выбора, мы лохи с тобой. Безвыборные. Так, тогда я должен разбудить мой милый... Блин, я даже не читала этот обложек. Чего? Тут, короче, тогда я должен разбудить мою милую с помощью поцелуя. Ой, это что за Золушка началась? Не пойму. Ой. Тогда я должен разбудить свою милость. Ой, блядь, не то, подожди. Ой, а мне тут еще. О, лучше пока послушать. Помянем. Ой, ладно, неважно. Соотношение. Давай еще раз. Соотношение. Нет, давай типа L, соотношение. L, соотношение. Круто, только ты подышал микрофон. Чёрт возьми, ты вроде как отстой в Mario Kart. Скажи вот это. Чёрт возьми, ты вроде как отстой в Mario Kart. Пиши, можешь написать. Я немощная. Ладно. Идеально. Господи, твой голос стал еще грубее. Я же говорю, твой голос грубее станет со временем. У меня вот, короче, это озвучивание. Нет, никуда ты не денешься. Выбора у нас с тобой нет. Даже как бы не хотела. Ну это я понял. Все, получается, я могу сваливать. Нет, тут еще кое-что есть. Да почему? О, боже. It's a Zepa Farm. Если ты пришел на мою рождественскую вечеринку, если ты пришел на мою же рождественскую вечеринку,
Если ты пришел на мою же рождественскую... Рождество, рождественскую. Отлично. Кстати, знаешь, какой там прикол с это с киса? Ну, какой? У него во время озвучки голос сел. Бедный какой, боже мой. Все, у него теперь голос куда брутальнее, чем был раньше. Я, короче, понизила ему тональник. 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 Я понизила. Тон другой. Так. Привет, я Мелоди Мунстоун. Добро пожаловать в клуб гиков. Привет. 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 Что я делаю? Привет. Привет. Что со стороны? Привет. Вот этот голос используй, давай. Привет. Я... Ой. Привет. Я Мелоди Мунстоун. Да... Всё, началось колхозное утро, всё. Вы меня теряете. Сейчас, если я... Да, заикаться, если сейчас найду, всё будет плохо. Я уже... Начну. Так. Это всё похоже на... Повтори, пожалуйста, интонацию, я уже забыла. Да блин, мне сначала найти ту хрень надо, откуда я знаю, куда я... А, в сверчках-молчунах, в сверчках-молчунах. Сейчас найду. Да где же её? О, вот. Это все похоже на удивительную школу, особенно с этим прудом, особенно этим прудом с коем, где можно поймать много удивительной рыбы. Прудом или прудом? Прудом. Прудом. Это все похоже на удивительную школу, особенно с этим прудом с коем, где можно... Опять, почему прудом? Да так. Можно и прудом, нормально получилось, давай еще раз. Так, хорошо. Пофиг, просто... Это все похоже на удивительную школу. Раз. Раз, два. Это... Подожди, задохнулась. Так, если тут еще что-то, или мы наконец-таки с тобой можем пойти поспать. Я ужасно устала. К счастью, завтра у нас выходной в честь 23 февраля, я могу никуда не идти. Это запинал. И ты такой охеренный голос. Я не могу, я свой голос практически не изменила в итоге. Я добавила небольшой так... Да, я больше съела, мам, еще скушал баблгам. Я тебе, блядь, не мадам, я тебе не дам, не дам. Я озвучила половину ролей, я сейчас тоже... Свечки.